Наше первое очко, добытое на последней секунде. До последнего мы верили в то, что можем отыграться. Понравилось, как мы отреагировали на то, что пропустили мяч. Понятно, что нам уже терять было нечего. Пошли вперед, выпустили второго нападающего, чтобы усилить давление на защиту соперника. It's our first score achieved in the Europa League. It was understandable that we had nothing to lose, so we let the second attacker on the pitch to play. I also like how we reacted on the goal missed. Мне нравится, как мы реагируем на то, каким образом я хочу, чтобы команда играла в защите. I like how we react on the way the team should play in defense, in my opinion. И во многом команда соблюдает те принципы в обороне, которые хотелось бы видеть. And in many ways the team follows the ways to defend. I would like to see. Но нам надо улучшать атаку. But we still need to improve the attack. Ну и исходя из того, что у нас сейчас делается турнирная таблица, хотелось бы, конечно, чтобы мы еще набирали очки. У нас сейчас предстоит два домашних матча. And taking into account our position in the Russian championship, I would like my team to win some. Ну и нам надо сделать все возможное, чтобы в домашнем матче с Суонси и Сангалином мы набрали по максимуму очков. And also we need to do everything possible to gain more points against Sangalin and Swansea in the oncoming matches.